12, Андрей Николаевич. Дадим еще несколько минут местному диктору, чтобы рассказал состав команды. Дмитрий Котлунов. Номер 22, Станислав Дычков, капитан команды. И пенальти сразу в наши ворота. Вот так вот, первая минута. Пытался выбить мяч. Номер 23, Алексей Тканегов. По-моему, это Максим. И Валера... все-таки Валер Фомичев. Валера потянул мяч, но все-таки удар был сильный. И мяч все-таки от его рук попал в ворота. 0-1, робот. Опять еще продолжение в центре где-нибудь. Вот, подключает Алексеян. Алексеян разбегается, можно пробить. Он так и делает, но выше. Мяч ходит с фланга на фланг. Крумкач пытается нащупать слабину в противниках. Вот, хороший пас. Прекрасный получился. За спину защитников такой, чтобы... Так. Ох, ну как так? Ну вот. Вот. Буквально один полумомент у гранита и сразу удар поворотом. Хорошо, что Фомичев среагировал вовремя. Ну, опять потери мяча. Как-то неаккуратно играет в обороне Крумкачи сегодня. Еще один удар. Ну, сейчас мимо. Ну, в общем. Навешивает. Но. Бегание идет. Сейчас пойдет следовать направо. Да. Прострел сюда. Удар. Ох, очень опасно атакует гранит, в отличие от... Этот удар. Ну, хорошо, дают им это территориальное преимущество. Но... Так, вот. Ох, хороший был прострел Савостикова, такой навес прострел. Но за счет такой вот размеренной игры с перепасовкой с фланга на фланг ничего не выйдет. Вот, было неожиданно. Вот, Талейка. Ну что, столько пасов-то? Ох, какой момент. Так, Калятка налево. Алексеян, подача. Подача. Ох, опять, ну что ж такое? Так, Руденок. Наша ракета сегодня, понимаете, не может проявить свои качества, потому что... Вот, Савостиков. Подача. Ух, не попал по мячу. Ну, все, все возможности, но разворачивается. Вот. Но опять недодача. Идет недодача, надо бить поворотом. Удар! Но рядом со штангой. Хотел просто выбить мяч за хоть куда-нибудь и задел ногу соперника. Так что вина его тут... Они были редкие контратаки, но почти все острые. Так, вот Руденок хорошо подключает Шинецкого. Эх, ну что же, Александр опять. Калятка отдавал. Ох, какой-то... Вот, хороший момент. Ну, разворачивается, но и сам поскользнулся, сам. По-моему, кто у нас там? Кирилл Алексеян собирается подавать. Подфрет, подача. Ух, удар! Еще удар! Ну, бей же поворотом! Ну! Ох, как можно было не забить в такой ситуации? Ну как? Ну что за невезение такое? Ну, мяч метался там по этой линии ворот. Калятка на подборе здесь стоит, ждет. Подача на ближнюю штангу. Удар! Еще удар! Ну что ж такое? Робот. В одно касание. Ох, красиво кошель. Ну что ж такое по мячу попади? Казаков был возможность для удара. Подача Алексеяна. Что-то тогда. Страхует его, наверное, на его позиции Шинецкого. Оттягивается назад. Так, опять выиграли Крумкачи. Верховую борьбу. Ну такой опять робот. Ну зачем такие ошибки на ровном месте? Вот на ровном месте. Ну хорошо. Еще. Нужно отрабатывать полностью в обороне. Отрабатывать. Там будет удар. Сейчас удар. Ух, какой опасный удар. Ну вот. Да. Нельзя отдавать. Ну это вообще нельзя отдавать. Это такое правило. Ух, опять контратака опасная. Да, конечно, наши тоже. Гранит тоже умеет держать удар. Вот увидели, что так в обороне могут пропустить мяч. Пошли в атаку и вот два подряд. Вот. Ох, какой скоростной игрок. Восьмой. Шинецкий не успевает. Вот. Ну, сейчас хотя бы робот сыграл хорошо. Наталейка. Потом
на Каляткина. Опять Горчишка подключает Рузенка. Вот тут. Ух, ошибается игрок. Ну что ж такое, ну почему? Ну пробить нужно, пробить. Ну что ж такое-то? Ай! Уже не было вратаря, ворота уже... Опять тормозит атаку Каталейко. Ну что, ну... Зачем постоянно разворачиваться к своим воротам лицом? Ну пошел в атаку, иди в атаку. Отдавай пас. Все, теперь старта потеряна. Так, Алексеян. Рудинка любимый момент, он любит пройти к штрафной, к линии, потом дать в центр. Ну вот же, можно бить. Так, обложили штрафную, ну пора уже что-нибудь проходить, делать. Ну вот это. Еще подача будет у Савостикова. Подача Савостикова. Там никого же нету в центре. Ну зачем нужно было все это говорить? 51. Игрок вступил Антон Мечерев. Номер 77. Так, подача. Ох. Тут к тому же Антону Митереву не стоит расслабляться, надо сразу включаться в игру, потому что мы видим, чем это заканчивается. Ох, ну какой отлично пропустил мяч Кошель, ну бей, Шинецкий, удар, гол! Браво, браво, Александр Шинецкий, сравнивая счет, вот неожиданное подключение защитника, ну, можно сказать так, опорника. Нападающих игроки «Гранита» наших разобрали. Так, Талейка. Возможность для ударной позиции. Удар! Ну да, далеко было. Нету нарушения. Все, продолжайте игру. Я не сместил. Так, Талейка, опять возможность для удара. Казаков. Ох! Ой, ну как же так? Как же так? Что? Гол! Опять дырка в сетке. Ну что ж такое? Ну, этот белорусский футбол. Я не стану повторять, да? Крумкачи, мастера по забиванию, порвали сетки все в Беларуси, представляете, скоро нам счет выставят. Ну, тем не менее, порадуемся. Болельщики наши как совсем приободрились. Они и так не сказать, чтобы они скучали, переигрывали местных по всем статьям. Осторожно, а очень аккуратно. Ох, ну как сейчас, а? Да, все, Казаков выстрелился, стал единственным нападающим. У нас три атаки. Ну что это такое было? Ну вот такой вот контратака и гол. Ну как так можно? Первые минуты после забитого мяча нужно обязательно... Потеря концентрации обыкновенная. Длинный пас вперед, который можно было 10 раз перехватить. И получи. Савостиков. Подача в одно касание пытался пробить. Подключает. Баскаков под удар Калятка. Ну, долго думал. Шинецкий, ну пробей. Нет, все-таки налево. Ну вот не бьют игроки. Надо бить поворотом, бить. До верного пытается разыграть. Кумкаши. Шинецкий. Ох, под удар. И нужно пробить. Пробил, но прямо в игрока соперника. Так, мяч у Рудинка, надо быстрее разгонять атаку. Талейка, Баскакова подключает. Баскаков может сам пройти, сам в штрафную врываться. Барный финтов, Роналду, Месси, давай. Нет, не получилось, это не Роналду, не Месси. Нарушил еще и правила. И удар Баскакова, ну, через себя удар. Нет, жаль, не дошел. Но пас отдал точный. Баскаков. Со свежими силами разгоняется. Наталейка. На Рудинка. Ну, пробить надо Рудинку. Эх, ну что это было? Ну, почему сегодня так часто? Сколько моментов было сегодня у Рудинка? Забить, просто пробить поворотом. Все. На полусловие обрывает меня судейский свисток. Итак, 2-2.